гостям и зрителям моего канала огромнейший привет из Англии. Сегодня готовим вкуснейшую закуску из корейской кухни. Ароматное, кисло-сладкое, пряное и чуть острое блюдо можно приготовить на ужин для всей семьи и на праздник для гостей. Кадихе подают с мясом, картофелем и даже с рыбой. Ингредиенты, которые нам понадобятся: баклажаны 2, 1 репчатый лук, 1 морковь, перец по вкусу, 2 зубка чеснока, 1 столовая ложка соевого соуса, чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки уксуса, немножко чили флейкс, можно взять обыкновенный молотый чили, кориандр молотый, пол чайной ложки и 3 столовых ложки растительного масла. Баклажаны нарезаем брусочками или же кусочками, как вам удобно. Я буду нарезать вот такими брусочками. Наверное, еще немножечко вот таким способом. Отвариваем наши баклажаны на пару. У меня вот такая пароварка. 7 минут. Дадим баклажанам остыть. Мелко нарезанный лук. Мы его нарезаем вот такими полукольцами. Добавляем морковь. Также мы ее натираем на корейской терочки или просто на терочке, что у вас есть. Сюда всыпаем соль, сахар. Аккуратно все это перемешиваем и дадим постоять полчаса. В остывшие баклажаны добавляем лук и морковь. Не перемешивая, добавляем чили, черный молотый перец, кориандр, соевый соус, уксус, чеснок, пропущенный через чесночницу, и растительное масло. Тщательно перемешиваем все наши овощи. И ставим холодное место на 2-3 часа. Прошло 3 часа. Наша вкусная, ароматная и слегка острая закуска кадихе из баклажанов готова. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. С вами была Светлана.